Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим запеканку из творога и кабачков. Для приготовления нам потребуется 800 грамм кабачков уже в очищенном виде. То есть, если у вас крупные кабачки, очищаем от семян и от кожуры. Если молодые, то сохраняем кожуру. 300 грамм творога, можно взять любой процент жирности, у меня 5%. 3 яйца, 3 дольки чеснока, 2 трети чайной ложки соли и 100 грамм полутвердого сыра. Кабачки натираем на крупной или средней терке, даем им постоять 10 минут, после чего хорошо отжимаем, то есть прямо берем руками и вот выжимаем лишний сок. Кабачку добавляем соль, измельченный чеснок, яйца, творог. Если у вас творог не пастообразный, как у меня, а крупинками, его необходимо перед этим пробить блендером или перетереть через сито. И натертый на крупной терке сыр. Все перемешиваем. Смазанную маслом чашу мультиварки выкладываем всю массу. Аккуратно разравниваем всю массу. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в мультиварке Red Solution Color Cook 88 на режиме выпечка 50 минут. Можно готовить на режиме мультиповар 130 градусов, также 50 минут. Запеканка готова. Отключаем подогрев, дадим запеканке чуть остыть, после чего можно доставать. Доставать запеканку будем с помощью корзины пароварки, просто переворачиваем на нее. Смотрите, какая аппетитная запеканка получилась. Подаем ее со сметаной и свежей зеленью. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!